Мы, короче, начали снимать. Я взяла ровно 11 минут было, да? Где-то. Мы взяли, пока у вас не было, мы сходили. Я взяла сникерсы, да? Я взял сникерсы. А, ну да, ты ж брал сникерсы и хлопья. Я вот брала компот. Мы купили их в магазине, что только сейчас. Нет, мы не брали. У нас же... Мы сейчас были где-то брали назад. Мы с тобой сейчас назад где-то ходили в магазин. Да. Да, да. Все. Короче, с нами такое случилось. Мы ж приходим. Я ж... Салфетку надо вот сюда. Мы ж приходим. Все окей, чики-буки-пруки-буки. Я вижу картину. Вот тут у нас лежит собачонка. А в конце вот тут лежит у нас кто... И угадайте, кто? Правильно. Бустя. Кстати, как вам моя шапочка? Новая как будто, да. Я как раз не хочу спросить, нафиг она тебе сейчас? Сейчас лето на улице, 25 августа. 25-е? Охренеть. Уже 25-е. Смотрите, у нас тут 5-литровушка. Если ты не веришь, то смотри. Офигеть. Короче, у нас сегодня... Вот такая, короче, бутылка 5-литровушка. И еще взяла полторашку. Знаешь, что мы забыли? Что? Подушку. А я мистер Гёс, халицу летус. А что ты вторую не взяла? Я одну не смогла взять. Короче, в принципе, нам плед не будет нужен. Мы будем в штанах, в куртке. Короче, я буду спать на своем языке. А я буду на собачонке или на бушке. Рофлота. Почему у тебя подушка в руках? Самое, что классное, ребят, у меня в 2019-м где-то была болезнь. Знаете, какая? Вот это. Мы приходим в магазин к маме, с мамой. Я... Что началось? Это потому, что мама мне купила квадратную и сердечко голубое, синее. И вот так... Вообще офигительно. У нас все время началось. Ты вообще не стесняешься на второй ролик на твой канал? Не стесняешься вообще? Вообще нет. Мы с моим другом... Какой я Богдан тебе, блядь? Да, подожди, мы с моим другом Богданом где-то в 21-м год был. Я не помню, как мой канал называется. Я Богдан? Да, подожди, в 21-м году у меня был там... Носки мы с тобой забыли. Не взяли мы с тобой. А, взяли. Да. А, все. Взяли, короче, сейчас. Короче, Тимур сейчас вот тут сидит. Он там в машине играет, ну, несут. А я, знаете что, я много взяла чего. Я думала, еще больше возьму. Но нет. Я взяла... Это, знаете что? Это арбизы. Мы их закинем в воду куда-нибудь. И у нас они растут, и потом мы будем стрелять. Вообще класс. Можно даже будет сейчас их вырастить. О, я нашла, где можно будет их выращивать. В принципе, воду я понимаю, что будет маловато. Но у нас 5-литровушка есть, поэтому нам бояться нечего. Так, тут мне... К этому? Ладно. Обзор, что я вообще взяла. Взяла я ранку себе. Ладно, шутка, это просто я, ну, там, когда я перелазила, я там кое-что случилось. Я взяла подушку. Я взяла компот. Вообще он зашибит уж. Если честно, я хочу пить только компот. Компот это вот это. Да. Короче, мы с Тимуром распределим, где моя будет часть. Я хочу вот тут часть, чтобы вот так с меня было. Но я не хочу, чтобы дверь была. Поэтому я, наверное, себе тут очень классно сделаю. Я себе кое-как сделаю, я
сделаю себе как-то-нибудь. Поставлю, например, как-то деревяшку. И мы поделим вот как раз. Вот так. Половина его, конечно, меньше. А половина моя. Вот, видите? Мы будем сравнивать по вот этой. По вот этой ветке. Ну, не ветке, а бревну. Ну, короче, поняли. Тимур, короче. И я, короче, теперь мы с собачонкой, они друзья теперь. Я не хочу отдавать собачонку, потому что я уже влюбилась. И, кстати, я назвала его Граф. Наверное, это мальчик, пусть будет Граф. Мне это имя нравится, я у своей подруги как раз, у нее был или есть собака Граф. Поэтому вот так вот. А сейчас я вам буду показывать, что я взяла. Да, Тимур? Короче, я буду показывать. Мы, короче, Тимур взял. Сейчас, подожди. Вот такие, вот такую пару носков. Потом с котятами взял. И я справил. Вот, которого сейчас на мне. Короче, вот это будет ко мне. Вот это арбиз. Мы как раз их вырастим. Сидим. Зачем? У меня есть пистолет тут. И что будем... сделать? Будем стрелять этими штучками завтра, может, или сегодня. Ну мы же завтра будем уходить из этого дома. А вот сейчас посмотрю я. Сейчас 16:42, и мы будем в 17:00 уходить отсюда. Потому что мы сделаем так, что мы как 24 часа тут будем. Нет. Да. Да. Мы тут по-настоящему 24 часа. Ну уже 4. Там был уже 24 часа по-настоящему на гелике был? Был. Значит, вот так уже мы и будем. Чтобы никаких фейков, а то кучки дизлайков будет. Сейчас 16:42, то ли где-то. И мы еще, ну, давай сделаем в 16:30 или в 17:00 будем уходить завтра уже. Окей. Там мы уже решим. У меня в носках капецках неудобно, потому что я надел еще одну пару. А я буду всего лишь одну пару я взяла, потому что я не знаю, я свои не взяла носки. Это мои носки. А я свои не взяла. Он мне такой как раз. Спасибо, Тимур. Так. У меня идет подушечка. Шапочка. Я позаботился еще один раз о Инге. А зарядки ее телефона я взял. Powerbank. Она меня заставила его взять, потому что ты что любишь? Играть в телефоне. Да. Я тот же еще геймер. Я тоже геймер. Кстати, если вы хотите, я могу создать свой геймерский канал. Давайте. Лайки, подписки. Будет где-то, не знаю, сколько лайков, и в следующем видео мы подумаем... Касали лайков, и мы создаем канал. Подумаем мы еще, сколько лайков. Пусть хоть, ну, я создам геймерский канал, вы просто пишите в комментариях, просто напишите 20 комментариев «хочу» и геймерский канал. Тогда мы и сделаем все. Так, давайте сначала я покажу, что я взяла. Это ты взял? Вот это, честно, старая моя, вот это вся моя старая. Вот это моя, получается. Это мое. А, да-да. Я тебе могла тащить воду. А, мы еще взяли вот такую. 5-литрушку. Да. Капец, какая тяжелая. Ты все, положи. Короче, я буду показывать, что я взяла, а потом показываю, что Тимур. Я взяла компот, мы его уже почти выпили. И ох, я знаю, все. Все, тихо. Я взяла подушечку. Шапочку взяла. Хрен знает зачем. Ну чё. Взяла перчатку для Буськи. Может, для Графа. Граф такой милый, я его обожаю. Я взяла сейчас. Шлейку, конечно. Я для Буси, ну, тогда мы еще не думали, что будем снимать видео, да? Я взяла, не знаю, зачем шлейку. Но это пусть будет. Я ложу вот сюда назад, что и вообще у меня. Тихо, солнышко, тихо. Главное, чтобы дождя не было. Мы можем, у нас плед вот тут висит, и вот так. Мы его а вот чем так... будем укрываться? А укрываться я не подумала. Ты же взял или нет? Нет.
то взял ты. Да. Или нет? Да. Ну все, взял, так взял. Кстати, потом покажешь свои вещи. Достань-ка что-то радужное из своего рюкзака. Короче, первое, я показываю. У меня вот это не оригинальная версия, я просто дай, где-то дай, купила, я не помню, за рубли 20, где-то 30. Дай. Папит! Он настоящий. Да, подожди. Папитик. Взяла, он как раз вот такой. Это мой последний где-то был папит почти. Потому что я потом уже папиты не стала покупать. Ну, я не помню. Ты вот... Знаешь, вот что, вот я потом возьму плед у тебя. Ну, мы же вместе будем, если что. Короче. Это офигенная штука. Короче, попыт я взяла. Попыт. Подойдите, я хочу тут побыть. Да убери свою ногу, ты культяпку убери. Сейчас тебе поджопник. Украли у меня тут водичка. Вау. Вот такая штучка я взяла. Блин, у меня тоже такая есть. Короче, я расскажу, сколько она стоит. Хотите? Ставки. 250 рублей. Нет. 100 рублей. Нет. 150. Нет. 50. Нет. 20. Нет. 10. Нет. 5. Нет. 1. Нет. За 1 рубль. 220 рублей. Охуеть. Мы же без маты снимаем. А сколько ты это купила за сколько? 220. А это где-то рублей 30. Офигеть, дешевка. Оригинальный где-то стоит 100. Да 200, я помню, смотрела. Пульки. Одна пулька, ой, две пульки такие, не прям охрененные, но типа как... Да хватит, все. Две пульки взяла. Я пока вот сюда ложу, что потом уже поиграется. Попыт я взяла. Я взяла еще полторашечку воды. Зачем? Чё пить? У нас уже есть целая бутылка. Я просто для... Вот это будет, например, для них пить. Чтобы они тоже пили. Чё-то... Мы могли им компот дать, еще что-то. Воду взяли, можем пить, и они могут пить. Взяла я. Это Хидден был. Это на солнце меняет цвет. Давай поверим. А что не меняет? Видишь, фиолетовый сверху. Сверху где? Сейчас тебе покажу. Вот, подожди, убери. Видишь, он уже поменял цвет. О. Один сникерс свой, я забираю его. Окей, это твой. Попыт! Попыт! Яблочко. Я не знаю, зачем это сок попыток. Яблочко. Откуда у тебя так много пупытов? У меня нет столько пупытов. Пульки еще. У меня всего лишь один пупыт. Потому что я не люблю такие штуки. А я где-то в 21 году у меня их дофига. Думаешь, что много? Ты их покупал, когда они даже вышли, да? Да. Это может, наверное, чтобы кто-то пил. Ну, они или будем арбизы там выращивать. Ну, наверное, пусть они там пьют. А вот тут арбизы будем выращивать, да? Да. Все. Я специально это взяла для арбизов. О, взяла я вот такая штучку. Штучку-пердушку, да? Дай, я тебе побуду. Обмен. Так, взяла я динозаврика, поетка. Смотрите. Радостный. Грустный. Вот так вот стрелять, я показываю. Смотрите, вот эту мы берем, черную штуку, мы оттягиваем. Осьминожка полетел. И вот так стреляем, короче. Взяла я.
Обмен. Ты наушники не взял. Бля. Наушники я взяла. Взяла я зарядочку для телефона. Может, к пауэрбанку будем подсоединять? Это мой пауэрбанк. Ты его не взяла, так что это мой пауэрбанк. У меня есть пауэрбанк уже. Я тебе дам потом наушники попользоваться. Да. Все. Взяла я. Это что? Светящиеся в темноте. Ну, короче, они будут светиться в темноте, как я поняла. Это мои штанишки. Хлен знает, зачем они тебе? Мы же на ночь будем брать. Куртка, которую ты еще вчера как будто водку пила целый день. Потому что ты бада была вчера такая пьяная. Неправда. Правда. Я взяла свой пауэрбанк, не знаю зачем, хотя это раздражье. И вот этот. А что будет, если это заряжает ПВО? Барк этот пауэрбанк. У меня есть 1%, один есть. Я могу зарядить потом. Если что, можно от твоего будет зарядить мой пауэрбанк. И будем пользоваться с моим пауэрбанком для твоего пауэрбанка. Ну, короче, на химичи, да? Пауэрбанк так сдохнет. Ой. А свой я не буду трогать. И что у тебя? И что у тебя 1%? У меня 2. У меня вообще 4%. 4 точки, все 4 точки. Попыт! Обмен. Все, я согласна. Вообще-то он не навсегда. Ну, на сегодня. Да. На день еще. Да. У меня теперь 2 пауэрбанка. А нет, обмен. Нет. Пауэрбанк. Обмен. Все, я не согласна. Обмен. Нет. Обмен. Не предлагай мне больше ничего. Обмен. Жалко, нет. Ну, света не будет, что у меня будет. Телефон, ты мой любимый. Короче. Показывай, что у тебя еще в чемоданчике, ты потом. Это вот это какие-то, я не помню, как называется, но эти кубики. Это кубики, короче, маленькие шарики, которые такие вот так сделаны. Смотри. Обмен. На фонарик. Еще фонарик на сегодня будет у меня. На сегодня только. Ну я на сегодня тебе и говорю. Потом, вот такая штучка, надо будет, можно будет засыпать кукурузные хлопья. И можно вот сейчас я покажу. Это не получится. Ну, я надеюсь, получится. Берем мы. Вот такую штучку. О! Смотри! Ни хрена себе! Класс! Кстати, я себе зеленкой и иглой так сделал татуировку. Кстати, если вы хотите, мне на 1 миллион подписчиков или на 100 000, я набью такую татуировку. Кому? С тебе на руке. Мне? Себе. Это мы положим сюда. Так она уже у тебя есть, я видел. Навсегда именно. Навсегда? Да. Это не навсегда, что ли? Да. Офигеть. У меня магнит. Могу обменяться на вот это. На вот это? Нет. Ну тогда. Бадонь! Что? Что ты слышал? Че, Алёша? Офигенная кукучка. Короче, вот поп-топ у меня есть. Поп-топ пердун.
Хотите самое что охрененное? И нафиг он тебе? Это игрушки для кота уже у меня. Тут вот я их сейчас не ложила. Просто я когда уезжала, они у меня тут. Вот игрушки. Ой, боже ты мой. А ты резинка, которая... Ну это вообще просто... Дома такая... тебе нифига не нужна. Эта резинка у меня есть на волосах и хватит. Тает, если ты девочка и смотришь это видео, расскажи, как ты спишь вообще? Ты спишь с распущенными волосами или с хвостом, может, с косичкой или еще как-то? Может, с кудряшками? Ну просто кудри так делают. Либо вот когда кудри вы делаете на один. Короче, у меня больше ничего. У меня ничего нету. Конечно, у меня больше ничего нету. У меня маркевский чемоданчик. И что у нас еще там? Давайте посмотрим. Там вы будете. Что там внутри? Это для котейки, потому что я взяла есть. Мы будем кормить котейку вот этим кормом. Я взяла любой попавшийся, потому что мой корм Марина, который должен быть со мной, он у мамы в машине там, там есть один пакетик большой. Блин, у меня опять эта фигня завязалась. Короче, вот такой кормик. Подсекись! Я не знаю. Будет классно или нет. Еще один поп-ит. Зачем он тебе? Это я не знаю, что я вязала тогда. Я это их свои крестные вязала я. Ну, знаете, как... Зачем тебе вообще? Есть, да. Это самое любимое мое. Ёшкин ты кот. Маркер ручка. Ёшкин ты кот. Колечко из бисера. Из чего? Из бисера. Это что за фигня? Ты не знаешь, что такое бисер? Трэш-контент. Вот такая хрень. Смотрите, тут надо разукрашивать, да, и ты изучаешь английские буквы, слова. А вот что я собрала. Сейчас это я еще все. Сейчас я покажу. Еще один поп-ит. Еще один поп-ит. Вот один поп-ит. Соколочка. Машинка. И эти на все 11 минут. Ты же все спала. Ну да. Вот это можно будет наклеить, и еще что-то будет наклеить. А ну что ты там хотела обменяться? На поп-тук. На поп-тук? Да. Поп-тук. Все равно поп-тук. Я обычно вот так задержу, если. Еще вот так. Блокнот. Я не знаю, это уж старый, я могла его и не закончить. Я еще не буду это делать. Фонарик включу и буду вот это делать, как раз не разукрашивать вот это. Смотрите, а ты свои подписчики, когда ты слежала? Нет еще. Блин. Смотрите. Это вот такая штука, короче. Она светится в темноте. Смотрите. Это фонарик такой. Я его специально приклеила. Это фонарик? Да. Ты вот тут включаешь его, и ночью, когда вот так, он будет светиться. Вот это очень давно я нашла его. Смотрите сейчас. Он же недавно работал, я помню. Работает? Да, работает. Он у меня очень давно, поэтому я обращаюсь на его состояние. Слайм. А зачем тебе? Это я не знаю, для чего мне надо. Это мне вообще всегда надо. А сердце китайские палочки. Офигеть. Вот эта штучка, она тоже светится. Я ее нашла. А что с поп-дюдом еще можно делать? Ну, вот, сейчас, стой. Качок. Ой, я хочу вторую наш бабочку.
Нет, я тебя не удал. Мы вернулись на сотню. Отдай мою нож, бабочку, а то я тебя сейчас убью. Тогда поп-поп-тук отдавай. Окей. Но ты должна мне задонатить 3000 голды в Stand of God. Нет. Тогда я поп-тюк не отдам никогда. А я тебе нож не отдам никогда. Ну все, короче, хватит. А я тебе больше пупыт никогда не дам. Ты должна мне задонатить 3000 голды. Это 2000 рублей. Чё? Не хрена я тебе сказала. Палочка из Гарри Поттера почти. Я её сама придумала. На тебе! И я! Не отдавай мои 30000 голды! Stand up! Stand up! Ну успокойся ты! Отдавай! 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 Попытука, давай тогда! А ты мне должна 30000 голды! Я не буду тебе 30000 голды, я тебе не отдам 33. Ну что тогда? Короче, у меня еще два попыта. Да, пучук. Тогда пучук мой. Обмен. Все, отдаю. Сейчас я его закручу и тебе отдам. А ты мне попыт. И больше не обменяйся. Ой, нет, значит, отдавай мой пауэрбанк, мой керамбит. Нет, мы с тобой сейчас обменяемся, но вот, когда мы обменялись... А потом ты должна все мои вещи дать. И ты. Вот мне. Себе. Да подожди. Вот. Да стой. Вот. Окей. И мои вещи потом отдашь. Ага, а ты мой попыт. И это краска. Она работающая или нет? Я не знаю, зачем я ее тогда брала. Я тупыт лицо. Ребята, она как пластилин, вот реально. Число? Да. Пластилин воздушный. Да, вообще. Смотри, вот это попробуй, или как клячка. Нет. Это я когда я... Офигенная штука. Это что? Да хрен знает. Охренеть. Чё это? Чё это? Это... Я в детстве очень давно... Это можно заклеивать дыры. Ну, как я думала. В принципе, это очень хорошая консистенция получилась. И из нее можно что-то будет тогда потом делать. Она с комары вообще не кусала, да? Да. Это офигенно. Ребят, мы тут как раз еще... Это мой самый любимый скрепыш. Какой у вас был самый любимый скрепыш из скрепыша 3? У меня самый любимый — это мумия. Вот такой у меня есть дезерант. Может, я будем залить компот. Давай залим туда компот. Может так. И вот так. Больше у меня ничего нету. Заливаем туда компотик. Я сейчас уберусь. Да дай ты. Ты мне ее сломал. Я хотел так вот её снять. Дай починю. Я твоя помощь, иди нужна. Давай, открываем. Заливаем. Аккуратно, а то прольёмся. А если вот туда просто рукой? Чуть-чуть. Еще давай. А вот так вот уже сойдет. Офигенная штука. Чё? Нам нельзя выходить. У нас видеоролик. Отдай, говорю, иди курам. Да нельзя выходить. Почему нельзя? Мы снимаем видеоролик. А куда это девать? Надо отнести мать дома? Да. Позвони ей. На паузу поставь.